Вот что, вне зависимости от того, как это прозвучит, вне зависимости от того, какое произойдет впечатление, но если хотя бы один человек скажет, что это умный, цели нам все. Если это будет умный, а если это будет дурный, то чего? Мне нужно, чтобы вы, получили удовольствие от пения, свободного, широкого пения, ритмически организованного, метрически организованного по два раза. Я не могу опоздать, понимаете, не могу. Рони, все это повисает. Рони, а друзья медленные прибудут. И моментально, куда ты ходишь? Грохочет это. Должно быть крупно. Два, три, и... Орудия, медные рыбы. Не обижайте мужчину. Он написал на 4. Орудия, медные рыбы. Орудия, медные. Это два, это безграмотно. Поэтому фраза становится такой, знаете, как полька моментально. Моментально полька. Это не допускайте, пожалуйста. Черт, молодцы. Но только вот будьте до конца молодцами. Раз, два, красные эти, вот опять же, надо поехать. Как же шепотом вот эту козявочку исправим, все тут полный порядок. Знаете что, вы немножко не получаете удовольствие, вот от чего. Вот этого роста, это надо ощущать вот этим, понимаете? Без этого не получится, вот это вот. Художественную литературу, потому что она не дает физического развития. Ну, правда. Вот это, чтобы открывалось, было физическое развитие. Модуль был полный. Модуль до сих пор полный. И не читают, да? И все. На секунду встал, понимаешь, вот этим самым. Опять не только меня, я в поле, я с краю. Да, там акцент, туда кто. И сразу слышишь, за этим. Фу. Вечный нищий. Молодцы. Вот здесь жестко, это лязг мечей. Понимаете, это не пластмасса, это все рушится. Да? Бывает тим-пам, никакого красивого звука. Будет тим-пам, не кройте ничего, ничего, так написано. 40, пожалуйста. Смотрите, можно это другое? 40, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Thank you.
кого-нибудь убью. Я уже устал, я уже устал бороться с непрофессионализмом. Когда вам дают сдачу вместо 1500, что делаешь? Да. Туда рукой ее дай. Я вам даю 1000, вы мне 500. Там Мусоргский гусиным пером написал четверть и еще одну восьмую. И не воруй у него. И не воруй у него. Хорошо, что остановились. 40, раз, два, три, четыре. В пятом такте, пожалуйста. Напишите себе почти субито пьяно крещендо до. Третьего такта. Понятно, да? Нет. Непонятно. Склонилось. Да. Понятно? Ой, там, с акцентом. Уйти с сопрано, всем уйти. А потом мольта, крещендо, бас и альт в первую школу. Это понятно, да? Вот здесь можно подхэппнуть, здесь можно все, что угодно. Но чтобы вот это вышло на первое место. Я вам буду очень признателен, если два такта до 41 вы почувствуете, то самое сильное в этом такте – это снятие. Самое сильное. Я имею в виду бой сильней. Вот это должно быть сильно. 40 шепотком, пожалуйста. 40 шепотом. Раз, два, три, четыре. Сильнее надо зайти на четверти, сильнее надо зайти на четверти. 40, раз, два, три, четыре, раз, два. Главное вот эта динамика, которая мне дает за счет возможности упругого снятия ее строить. Все. Сначала полководец. Резко. Такой нос, извиняюсь.
начинающий нос. Такой, как будто в этом самом дубле находишься. Мы всех тут не собрали. Плохая фраза. Я тут обозначу.
зависимости от того, как это прозвучит, вне зависимости от того, какое произойдет впечатление. Но если хотя бы один человек скажет, что это умный, цели нам все. Если это будет умный, а если это будет дурный пень, то читайте. Мне нужно, чтобы вы, а, получили удовольствие от пень, свободу, широкого пень, ритмически организованного, метрически организованного по дворах. Чи-ра-ри-ра-ри-ра-ри-ра-ри. Вот вы это слышали. Чтобы вы слышали динамику движения второго такта к последнему. Чтобы вы слышали вот это. Попробуй этот марш остановить. А то нужно вот это, знаете, прусский марш. Вот с вытянутыми ногами 60 метров. Мне это не тот. А я божественное. Вот это мне нужно. Вот это мне нужно. А так все будет хорошо. Шопом, пожалуйста. Сколько мы на мосте? 49. Шопом. И пойте, все, пойте, пойте, пойте. Пойте, насыщайте звуком каждую дверь. Прошу вас, сота в очи. Сота в очи. Сота в очи. Раз, и два, и три. И четыре, и да! Thank you.
вечно вас любил. Постарайтесь львиную долю труда взять на себя. Постарайтесь. Когда идет общевойсковая эмоциональность, и только кончается профессия. Живет, как ржавый гвоздь, любитель щена со страшной силой. Я бы так и не делал. Сделали? Вот, составили. Потом энтузиазм, Потом все говорят, вот они. Трипак. Все, хороним. Пожалуйста.
Вот работа грант труды. Он прав. Он еще был прав в одном. Он говорил 18. Красиво. 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 Красиво.
как и есть. Я терзаюсь от того, что я должен вас заводить. Ну, разочек меня заведи. Меня, разочек, заведи. Меня. Сердце обнимает вас. Будь любезен. В сердце. Да? Пожалуйста, чуть-чуть разочек меня заведите. Прошу вас. Не ждите, не ждите. Два, три и... В сердце. Oh!
Thank you.
Oh,
спасибо, от имени Мариса Крюч, я полагаю, что остается в основном в нем. Значит, я думаю так. Практически не стану уже все спеть. Это не серьезно, это не считается. Ну какие-то. Я не забыл. Не фраза. А типа извините фразу. Можно ее выписать на карту и так вот на стену повесить на стену. Там треснул вообще. Через запятую. Вот. Ну и последнее, наверное, в данной ситуации. Ваш покорный слуга сделал все, что мог. Не все, что хотел, а все, что мог. Я только рад тому обстоятельству, что эта музыка вот, нашей с вами конструкции, нашей с вами исполнения вам не разонравилась. Я думаю, это самое главное. Ну, а если вы еще какую-то крупицу чего-то, ну, если вы несете с собой, то я буду безумно счастлив. Затем я вас благодарю. До завтра. Thank you.
Владимир Анатольевич, да.